Результаты всех исследований по делу о ноябрьской школьнице, которая погибла в канун Нового года, получены. Напомню, трагедия случилась 30 декабря. 14-летняя Света порезалась о разбившееся стекло межкомнатной двери. От полученных травм девочка скончалась. Больше 2 месяцев понадобилось специалистам для того, чтобы провести целый комплекс судебно-медицинских экспертиз, проверить подлинность аудиозаписи и детально изучить звонки, поступившие в тот злополучный час на станцию скорой помощи. И вот к какому выводу пришли эксперты. Был проведен весь спектр проверочных мероприятий, в том числе были проведены, назначены и проведены судебно-медицинские исследования, медико-криминалистические исследования. Значит, на основании совокупности всех собранных доказательств было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку доказательств, свидетельствующих о том, что смерть указанной девочки носит криминальный характер, установлено.